Привет, друзья! У нас сейчас вторая половина сентября, уже сентябрь подходит к концу, и сегодня мы поговорим с вами о розах, что же нам с ними делать в это время. Вот посмотрите, еще цветут буйным цветом, но так как уже и календарная осень, и погода у нас вот сейчас не балует, у нас похолодало, что нам надо сделать, чтобы наши розы ушли в зиму здоровыми и перезимовали, конечно же, хорошо. Первым делом перестать поливать. Полив сокращаем полностью, потому что уже, ну, если, конечно, вот как у нас сыро, тут уже никуда не деться. Но если где-то сухо и вы поливаете, полив сокращаем. Теперь убрать под кустом полностью все сорняки. Кстати, роза очень реагирует на то, что она растет в засоренной грядке. Как только вы убираете сорняки, розе становится легче расти, и она на это отвечает вам цветами, здоровым видом. Значит так, сорняки убрали. И где-то сантиметров на 10-20, наверное, сантиметров на 10. В общем, нижние листья мы все обрываем полностью. Оставляем голые стебли. Наша роза должна знать, что уже скоро зима и надо готовиться к спячке. Теперь еще одно. Вот посмотрите, как она цветет еще. Красота, да? Вот отцвели цветы. И мы не обрезаем. Потому что если мы обрежем, то роза начнет давать новые побеги. Нам это, естественно, не надо, потому что уже готовимся к зиме. Мы просто вот оборвем листики сухие. И вот даже вот эти вот семидоры мы обрывать не будем. Мы просто листики оборвем, и все. Это все для того, чтобы роза не дала рост. Вот это мы все сделали. Это до обрезки. Обрезать сейчас не надо. Мы убрали сорняки. Взрыхлим немножко землю и подсыпем любым удобрением, которое содержит калий и магний. Ну, это можно смотреть любое осеннее удобрение, в котором есть калий и магний. Вот я сейчас все растения подкармливаю, вот фертика осенний. Здесь хороший набор удобрений, и калий, и магний, и фтор, все, что надо растению. Вы подсыпите по кругу. И засыпите землей. Потихонечку оно будет растворяться и уходить в корни. И вот так наша роза сейчас будет стоять до того времени, когда нам надо будет ее обрезать в зиму. Но сейчас, конечно, еще мы не обрезаем. Нас еще он радует цветы. Вот это, что я вам хотела сказать о том, какой уход за розой сейчас, в конце сентября. Вы сделаете это, и ваша роза порадует вас весной красивыми цветами и здоровыми стволами и листьями. Не зря же говорят, что роза – королева сада. Ну, конечно же, королева. Вот она уже осень, она продолжает нас радовать своими красивыми цветами, такими же пышными, такими же яркими. До новых встреч! А теперь следующим этапом будет у нас черенкование осенних роз. Осеннее черенкование, обрезка и уход, укрытие розы на зиму. А сейчас пока вот то, о чем мы с вами поговорили. Пока-пока.